Моцей Шаббат, Микец, Ханукия горит полностью. Мы заходим в день, который называется Взода Ханука, День Света. В центре бухарских евреев, как завещал Худа Рахмати Амнун Абаев, чтобы его похороны и все Иешуа проходили здесь, где он молился. Бапои Чамуат, с нами находятся наши лидеры, Бошан Сурамад Мурахамим Никталов, президент Конгресса США Канады Борис Кандов, президент Центра Симхо Алишаев и многие другие, я вижу Борисака Натанов, президент общины Jamaica State, один из наших лидеров. Мурави Рабутай. Человек никогда не выбирает дату смерти. Это никогда не закажешь. Худа Рахмати Эдик Ака Абаев в последнее время приболел. Последние дни он был в коме. Мы его навещали дома, мы его навещали в больнице. Мы успели с ним сказать, ведуй, это последнее раскаивание, то, что человек, он сделал ведуй, он сказал Шма Исраэль. Худа Рахмати Имро Амнун, физически здоровый человек. У него непростая болезнь была. У него непростой тикун был. Но Худа Рахмати оптимизм имеет. Халфама Бакуа. Я у него дома, он больной. Манас. Назгам Назмешум. И этот оптимист не уходит 10 дней назад. Он не уходит с этой жизни неделю назад. Он уходит именно в этот праздник света, в Хануку. Что значит для нас Ханука? Шулхан Арух гласит. Рош Ходеш, Ханука. Пурим. Эти три праздника, эти три дня в году, в которых даже в день, когда мы провожаем человека в последний путь, мы не говорим о Йошуа, мы говорим о похоронах. Душа усопшего не нуждается в поддержке, не нуждается в эспедин. Мы обычно на Лавое собираемся для чего? Сказать о Рахмати, рассказать о нем. Штар, хистан, гаузадан, гэри, хэри, трафту, омадо. Но сегодня эти Габаев, этого не надо ему, потому что он уходит в Хануку. В Хануку не делают господин. Не говорят почему, потому что его эта помощь не нужна. Все ворота там открыты, его встречают там. Это праздник света. Такое не закажешь, работа. Рош Ходеш то же самое, Пурим то же самое. И с определенные времена, когда там ворота открыты. И наша помощь с вами, людская, не нужна для души. Худа Рахмати. Я бы хотел бы поддержать семью и сказать, вы знаете, в таких ситуациях иногда бывает, что человек, родные и близкие, думают, а может быть, нам надо было по-другому поступить. Может быть, не надо было забирать больницу, или пораньше надо было забирать больницу. Может так, может сяк, и может быть, я говорю вообще. Когда человек заходит в вопрос, Ецарара принесет еще 100 вопросов. Когда человек заходит в сомнение, Ецарара принесет еще 1000 сомнений. Никаких сомнений не должно быть. У нас есть вера.
Наша вера гласит, «Эн адам нокеф эцбао минемата, элинкен махризин алам минемала». Маленький палец. Если он будет чуть-чуть болеть или прибаливать, или нет, зависит, что скажут о нас там наверху. Если там поставили печать, значит, не дай Бог, палец будет болеть. Мурайда работа, если суждено, человек никуда не убежит. Наоборот написано, человек сам, худобе махал набора, своими ногами приходит там, где он должен овернуть душу свою Всевышнему.